Здравствуйте, друзья! И в этом видео я покажу, как скачать и установить кошелек PLC Wallet от компании Platin Coin. Для начала нам потребуется зайти на сайт компании, на официальную страничку первую, и промотать немного ниже. Здесь выбираем «Установите ваш PLC Wallet кошелек». Установить его можно на телефон на Android, на Mac и на компьютер на Windows. Мы же будем устанавливать на Windows. Нажимаем здесь значок, и начинается скачивание кошелька. Когда кошелек скачался, открываем папку и здесь нажимаем «Установку». Нажимаем «Далее». Выбираем папку, куда будет устанавливаться кошелек. Здесь нам он предлагает по умолчанию программные файлы. И нажимаем «Далее». Далее. Далее и нажимаем «Установить». И пошел процесс установки кошелька. Когда файлы установятся, перед нами предстанет вот такое окно, где нам потребуется только нажать «Завершить». Вот так вот выглядит кошелек, который нам потребуется открыть и зарегистрировать. Открываем кошелек. Когда откроется кошелек, выбираем «Создать новый». Здесь нам потребуется придумать пин-код. Он должен быть шестизначный. И обязательно запишите этот пин-код, чтобы он у вас был где-то сохранен. И нажимаем «Дальше». Здесь нам потребуется ввести транспортный пин-код. Минимальное количество символов 8. И обязательно тоже, когда введете, сохраните и запишите данные, чтобы они не потерялись. Когда это сделаете, нажмите «Дальше». Следующий шаг – это сохранение приватного ключа. Вот так вот выглядит сам приватный ключ. Для того, чтобы его сохранить, нужно нажать здесь вот стрелочку с загрузкой, выбрать то место, куда мы хотим сохранить, здесь ввести имя файла, например, кошелек, и нажать «Сохранить». Вот так вот выглядит этот файл. Открывается он, кстати, в блокноте, можно открыть его. И вот наш приватный ключ. Также я рекомендую сделать скан вот этого ключа и также сохранить на компьютер. Просто сканируем и сохраняем на компьютер. Когда это сделали, здесь вот ползунок передвигаем вправо и нажимаем «Дальше». Вот так вот выглядит сам кошелек. А как отправлять монеты с кошелька и на кошелек, смотрите в следующих видео. До новых встреч!